Очень удобное слово «кризис». Этим словом очень многое можно объяснить. К примеру, вызывает вас на ковер начальник и говорит: «Извините, у нас в стране кризис, мы вам зарплату урезали». Или, например, приходите вы в магазин, а там овощи подорожали. И, отвечая на ваш вопрос, продавец говорит: «А чего вы ожидали? Кризис у нас в стране». И большинство из нас соглашается с предложенными обстоятельствами. Зарабатываем меньше, платим больше. А представьте себе, что тем временем кризис постепенно проходит. А начальники и продавцы продолжают прикрываться этим звучным словом. Необходимо следить за жизнью города и страны, интересоваться событиями и новостями, чтобы вас не смогли лишний раз обмануть. А вдруг именно сегодня закончится кризис, а ты не узнаешь? Смотри каждый вечер «Первый городской канал».